Итак, что за моей спиной, где я нахожусь? Вы, в принципе, все точно знаете, где я нахожусь. Это проспект Ленина, 87. За моей спиной называется тот самый мебельный магазин «Аквилон». Мы ничего не будем говорить, но мы зайдем и посмотрим, насколько мебельный магазин «Аквилон» предлагает вам качественную недорогую мебель. Зайдем и посмотрим. Как мне нравится такой подход. Как мне нравится. В некоторых событиях мебель дешевле семги и форель за 1 килограмм. Но семга и форель съедаются за один раз, а мебель стоит годами. В некоторых событиях вся мебель стоит дешевле видеокарточки для компьютера. А опять не верите? А проверим. О, это даже более чем интересно. Более чем интересно. Подставка под монитор. Сколько она может стоить? Сколько может стоить подставка под монитор? Где? В мебельном центре «Аквилон». На Ленина, 87. Так сколько она здесь стоит? Она стоит ровно 1000 рублей. 1020 рублей. Это что такое? Это нормальные цены, абсолютно нормальные цены. А может и стол стоит 2000 рублей, ну, с небольшим. Не верите? Есть. Стол за 2000 рублей с небольшим. То бишь, когда мы говорим о смысле существования, давайте все-таки определимся, в чем смысл существования мебельного центра «Аквилон». Мебельный центр «Аквилон», он делает все так, чтобы вы использовали мебель, а потом просто выкинули. А такие вещи случаются. Потому что такие вещи случаются в той самой дивной стране, про которую я хотел бы, чтобы мы хотя бы немножко подравнялись, да? Италия, никаких проблем. Халявные дома, бесплатные дома, я имею в виду. Средняя заработная плата примерно там 3500 евро, ну и пенсия 1700. Давайте, 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 давайте! И тогда он будет жить как Италия. И даже мы говорим про диваны. Что-то выше 470, это я про карту видео, стоит больше навороченного дивана. Только она простоит год-два, а диван навороченный простоит 10-20 лет. Ну, надо понимать, что такое «Аквилон». Это бешеный ассортимент абсолютно доступной мебели. Опять не верим. Проверка в студию. Это только часть мебели. Представляете, взяли себе какой-то красивый дом, вложили туда деньги, естественно, и хотите, чтобы у вас мебель была просто отвинтецкая. Куда идем? Идем в магазин «Аквилон» на проспекте Ленина, 87. И берем то, что нужно. Кстати, если бы все это дело можно было бы собрать, то спальненька была бы, ну, размерами примерно квадратов, наверное, под 50. О, есть такие дома, кстати. Есть, есть, есть. Представляете, огромная классическая спальня, да? Но денег почему-то не хватает. И тогда специалисты, которые предлагают вам эту мебель, говорят: а зачем много сегодня и прямо сейчас? Не надо много сегодня и прямо сейчас. Потихонечку покупайте. Покупайте, покупайте, покупайте. Вот. Шкафчик такой небольшой, стоит всего 10 тысяч рублей. Ну, 10 тысяч рублей это сколько? Перемножьте рубли на доллары и поймите, что это вообще реальные копейки. И потихонечку все это дело покупаете. Итого все это дело вам выглядит. Примерно за целый год вы все это сделаете красиво и ровно. Ну, тут не сильно большие ценники-то. Грубо говоря, из разряда там 20-23 тысяч рублей вы спокойненько можете тратить каждый месяц, получая свою зарплату и получая охрененную, очень красивую мебель для спальни. Оно весьма интересно. Интересно и красиво, и недорого. Я бы рекомендовал продать квартиру с мебелью, чтобы человек не плюхался. Чуть больше заплатит, и нет дивного всеразрушающего переезда. Вы не знаете? Так вот, два переезда равны одному пожару. Ну, не каждый может себе купить сразу большую трехкомнатную квартиру. Мне нравятся небольшие студии. Небольшие студии, ну, примерно 18 квадратных метров. И, в принципе, вот это то, что должно быть в вашей студии. При этом все это, ну, стоит нормальных денег, небольших, естественно. То есть, в принципе, для одного вот этого места, во! Но это же не полное место, тут очень много дополнительных приспособ, ну, то есть ящиков, естественно. То есть там может быть одежда, здесь постельное белье,
сверху, много чего интересного. То есть вот это, в принципе, да, для небольшой студии. И цена абсолютно нормальная и реальная. Кстати, еще матрас стоит здесь всего 4500. А, простите, 5490 рублей. Это не сильно большие деньги, то если честно. Вот. То есть, в принципе, как мы будем говорить, Аквилон работает для всех, для всех, для всех. Для всех он работает. И, в принципе, вы можете себе выбрать необходимую вещь. И, в принципе, давайте все-таки забудем про слово кредит. Потому что этого не нужно делать. Всегда здесь можно что-то купить. Допустим, если у тебя сумма заработной платы из разряда 32 тысячи рублей, то ориентировочно половину, даже меньшую часть, вы можете каждый день покупать здесь те вещи, которые вам необходимы. И, в принципе, за некоторое время это будет плохо. Вы полностью обставите свою квартиру. Надолго. Потому что это хорошие вещи. Да, здесь все красиво. И даже есть шашлык в адеквате. Как-то люди въехали, и стало все более интересно. Мало того, если ценники вверх, то тут рядом ценники на все в норме. Я чуть объясню, но куртки работают не один десяток лет, а продукты в адеквате. И вы не мерзнете в Аквилоне никогда. Во-первых, чем здесь интересно? Тем, что работа идет для всех. Вы можете купить и предложить то, что человеку необходимо. И он не будет стирать, у него не будет никакие проблемы, он будет просто покупать. Это очень хорошая вещь.